Всем привет. Доброе утро. Я сейчас в Пулково. Через час у меня вылет в Мурманск. Вот. И не выспалась. Что-то поспала, наверное, часа 4. Вот. Ну вот, ну получается, что еще лететь, там плюс-минус получается час 30. Ну вот, что даже не выйдет типа, нет, типа поспать. Вот. В общем, на самом деле летать в принципе боюсь до усрачки. Ну все, уже получается до вылета час. Меньше даже. Волнуюсь. Вот. Вот, особенно получается после всех этих падений самолетов на Сахалине или где там упал. И недавно. Стрёмно. Вот, а обычно и так, в принципе, боюсь, а тут прям вообще на нервах. Находится в кармане перед вами. Просмотрите ее внимательно. For details, please refer to the safety information buckle that is in front of you. Please read it carefully. Уважаемые пассажиры, мы готовимся к взлету и просим вас убрать откидной столик, привести спинку кресла в вертикальное положение, застегнуть ремни безопасности.
наш аэропорт. Ой, тут прям лето. Вот, меня не встречают. Я решила сама доехать. Ну, вот сейчас, получается, сяду на автобус и поеду в город. Привет, Макар! Привет. Вот. Сейчас мы приехали на дом к Косте. Он тут роет дом. Вот. Получается, мамка просила меня нас нанимать. Что тут новенького? Вон, дом уже какой. Вот, что тут у нас, значит, насажено. Ты там сильно не заморачивайся. Цветы. Я еще хотел сегодня разжечь кастрюль. Вон тут. Сколько? Сейчас я залезу повыше. Сашка, давай снимем курточку. Вон ты, значит, черешня. Яблоня. Слива. Танюх, а ты предлагаешь отсюда взять ребра, да, еще что-то? Черника. Тоже посажена. Вот, шо, а то это я не знаю. Я думаю, что это, наверное, роза. Надо что-то там. Цветочки. Всякое. Очень много всего. Прям очень много. Поперек разрезать потоньше? Или так? Вот так, да. Тут остальные тоже. Так, ну и, короче, у нас раз, два, три, четыре. Ну, я думаю, что давай, наверное, все, да, выбегать? Да, конечно. Так, ну, здесь потом, я вот, я вот в этом не разбираюсь, но это выглядит очень красиво. Вот это. Сань, смотри сюда. Что? Это типа передай всем привет. Скажи привет. Привет. Как дела? 3 года. 3 года? Да. Понятно. Дым! Откуда дым? Откуда? Оттуда вон. Ну, сейчас у нас и мясо будет. Делаются отейки. Классная сегодня погода. Вот. Солнышко и вижу. Все очень круто. Что ты делаешь? Понятно.
город, короче. Это кто у нас катается, такой мальчик? Это я. Это ты, Саша, да? Я вот так. Дети, скачай, я так быстро хочу. Быстро хочешь? Да. Вот так вот давай будем кататься. Ну? Ты кто у нас такой сладкий? Я быстро. Кто такой сладкий мальчик? А? Тыдыщ. Тыдыщ. Покажи кофе вот так. Такая картинка. Вот так тыдыщ. Тыдыщ. Кто это? Кто это? Это человечек. А как зовут? Не знаю. Петя? Я делаю такую машину. Делаю машинку такую. Какую машинку? Такую. Вот такую. На еду, которая в графине дует ветер медиатра. На этот был медиатр. Я там погревала. Погревает. Что он греет? Ветер, это солнце погревает и вращается. Это мост такой на вентиляторе вращение. Вот. Лопасть. Это лопасти. Лопасти? Да. Мост такой. Что это вращает? Колеса на вентиляторе будет антенна. Да? Антенна вращает. Давай сюда. Наверное, сюда. Вот, смотри. Вижу, да. Что это получился? Тягач. Это индуктор. А это? Редуктор. Что это? А это тягач. Это антенна. Что? Антенна? Да. Окей, ладно. Вращает лопасть. Вращается. А это... Технарь. Да. А это? Вот, да. Сейчас... вечер. У нас тут сейчас получается 9 часиков. Вот, и мы с Макарычем выехали на великах гулять. Вот, по плану у нас сейчас... морской вокзал, ну еще какие-нибудь тоже места. Вот, все буду снимать, все буду показывать. Ну вот, мы приехали на морской вокзал. Вот. Смотрите, какая красота. Еще тут порт рядом. Это Ленин ледокол Атомоход. Ленин. Он у нас тут стоит. Короче, постоянно здесь. Вот само здание вокзала. Вон там вот порт сам. Мы обратно поедем, я тоже покажу, сниму. Вот, вот и сам Ленин.
просто небо, оно тут прям очень низкое и очень красивое. А вон там Макар ждет, стоит, скучает. Дима, Дим, успокойся, Дима. Мустанг. Вот, Макар сказал, что здесь есть план снести ромзону, вот там вот, видимо, и на месте ромзоны, получается, вот это типа построить, не видно будет, наверное, то, что тут будет музей, гостиницы, офисы и какой-то центр. Тоже не особо видно. Видите, какая красота. Я не знаю, как это будет на видео видно уже, на ютубе уже потом, но все равно. Я не знаю, по идее же там открыты ворота, и вроде бы вон туда можно пройти, но это не точно. Я сейчас попробую узнать. Вот, и если получится, тоже вам поснимаю. Вот. На самом деле очень красивое место. А вот получается и сам порт. Ну, отсюда не особо видно. Вон там вот все краны. Тут, получается, ходит езда. Все грузят. Вот. И вот там вот идет все. Ох, я запыхалась на велосипеде. Значит, это наш главный ледовый дворец. Вот. Это стадион. А вон Макар. Вот. Сейчас мы находимся в самом-самом, получается, сердце Мурманска. Это площадь 5 углов. Огромная гостиница. Ну как, огромная для Мурманска. Вот. И, в принципе, за все эти года не меняется ничего. То есть вон там вы видеть можете, что там тусуются эти, короче, подростки, свои кейтеры. А мы, когда были этими типа подростками, вот, тусили вон там, вот, и мы были эмо. Это было так забавно. Так вот. Ну чё? Город живет. Надо было штанишки длиннее одеть. Было надо, да. Холодно что-то. Нет, волосы все стали.